вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать суперсилу. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Like или TikTok, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Ну что, поехали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для начала зайдем в лайк и выберем музыку. Я выберу эту музыку. Нажимаем присоединиться. Выставим период, потому что у меня музыка заканчивается, а потом идет тишина. Вот так. А теперь снимаем, что мы стоим посередине. Ждем музыку. Потом разводим руками в сторону, можно вперед. И потом бьем кулаком в пол. Ну вот так. В лайке и в ТикТоке есть такие маски, но они не налаживались из-за того, что я стояла так далеко. А вот мы сняли наше видео, нажимаем на галочку и давайте посмотрим, что же у нас получилось. Ну а получилось очень прикольно, поэтому мы нажимаем продолжить. Кто может видеть? Личное. И нажимаем пост. Вот наше видео загрузилось, теперь снова заходим на эту музыку. И делаем все то же самое, только со стороны. Только под музыку мы со стороны отпрыгиваем. Вот мы стоим, идем. И под музыку мы отпрыгиваем. На раз, два, три. Опа! Вот так. Но я здесь немного упала, поэтому я пересниму. Потому что получилось очень смешно. Давайте сначала посмотрим, нажмем на галочку и давайте посмотрим. Нет, получилось очень смешно, поэтому мы выйдем и удалим эту часть и запишем заново. Вот мы спрятались, идем и отпрыгиваем и немного уходим. Так, чтобы нас не было видно. Нажимаем на галочку. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось очень прикольно. Мне нравится. Нажимаем продолжить. Кто может видеть? Личное. И нажимаем пост. А потом мы снимем такого же клона с другой стороны. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем то видео там, где я посередине, вот оно, нажимаем на галочку. Теперь мы листаем в самое начало, нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем то видео там, где я в стороне. Теперь увеличиваем наше видео до нужного размера. Теперь выделяем наш слой. Нажимаем обрезка. И обрезаем. Ну вот так. Делаем так, чтобы было видно бокового клона и нас посередине. Теперь мы выделяем наш слой. И нажимаем на настройки цвета. И теперь подстраиваем так, чтобы оно совпадало. Смотрите, оно уже немножечко совпадает. Но нам нужно подстроить еще чуть-чуть. И еще подстроим обрезку немного. Так, чтобы меня было видно. А теперь подстраиваем так, чтобы не было видно переходов. Снова нажимаем на настройки цвета. И теперь подстраиваем. Теперь нажимаем на обрезка, включаем маску и теперь подстраиваем размытие кромки.
Я поставлю на 12. И теперь смотрите, у нас почти не видно перехода. Это круто! Теперь выделим наш слой и здесь разрежем. И там, вот здесь, мы подстроим маску. Вот так. Здесь у нас виден переход, потому что мы разрезали, поэтому мы немного подстроим цветокоррекцией. Теперь делаем все то же самое со второй частью видео. Возвращаемся на начало, нажимаем слой, мультимедиа, все и добавляем нашу вторую часть. Вот она, тоже увеличиваем до нужного размера. Нажимаем цветокоррекция и поднимаем. Смотрим так, чтобы у нас все совпадало. И снова подстраиваем цветокоррекцией. Ну вот так. Теперь выделяем наш слой, нажимаем обрезка и обрезаем. Вот так. Теперь снова нажимаем обрезка, включаем маску и поднимаем размытие кромки до 12. И теперь тоже подстроим настройками цвета, потому что немного видно переход. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень прикольно. Мне очень нравится, поэтому я хочу сохранить. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Наше видео сохранилось, но это еще не все. Мы нажимаем на стрелочку и еще раз на стрелочку. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9, мультимедиа, все. И добавляем наше видео, которое мы смонтировали. Вот оно. Теперь нажимаем слой, мультимедиа, все. И добавляем наш огненный шар. Уменьшаем до нужного размера. Нажимаем обрезка и уменьшаем. И теперь подстраиваем под наши руки. Немного можно повернуть. И теперь подстраиваем. Немного уменьшим или увеличим. Но это так, как уже вам нравится. Теперь нажимаем на хромакей, включаем и выбираем черный цвет. И теперь подстраиваем нижний ползунок до нуля, а верхний подстраиваем так, чтобы не было видно черного. Можно подстроить кривой линией. Вот так. И смотрите, у нас почти черного не видно. И теперь подстраиваем так, чтобы не было видно черного. Я нашла тот момент, когда должен появиться этот эффект. И подвигаю так, чтобы он был с самого начала. И теперь в конце обрезаем ненужную часть, там, где он должен исчезнуть. Ну вот где-то здесь. Разрезаем и удаляем. Вот так. Давайте посмотрим. Получается очень прикольно. Мне нравится. Ну, мне кажется, что можно немного подвинуть. Вот так. Вот так получается очень прикольно. Мне нравится. Теперь мы выделяем наш слой. И нажимаем на три точечки, нажимаем дублировать. Теперь мы выделяем наш второй слой и подносим под вторую руку. И теперь подстраиваем под нашу руку. Во втором слое у меня видно немного черного, поэтому я нажму хромакей и немного подстрою. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Теперь ищем то место, там, где должен быть ломающийся пол. Мы наводим туда курсор, нажимаем слой, мультимедиа, все. И добавляем наш
битый пол на хромакее. Вот он. И теперь увеличиваем наш слой до нужного размера. Или немного уменьшим. Вот так. Теперь мы просто уберем хромакей. И обрежем ненужную часть. Вот так. Обрезали. И теперь немного подстроим. Увеличиваем и подстраиваем. Теперь нажимаем цветовой ключ. Включаем и подстраиваем так, чтобы было видно этот разбитый пол. Немного можно подкорректировать, подстроить его куда надо. И теперь подстраиваем. Теперь нажимаем ключевой цвет и можно выбрать более зеленый. И тоже подстроим. Вот я подстроила, теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Мне все нравится, поэтому я хочу сохранить. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. Пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все! Наше видео сохранилось! А для вашего удобства я вставлю все это на хромакее. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.